На территории СС Бишкек обнаружена крупная незаконно функционирующая майнинг-ферма, сообщает ГСБ. Она располагалась в ангаре, специально оборудованном под майнинг-ферму, по добыче цифровых денег, а именно созданию криптовалют, биткоинов, говорится в сообщении. На основании постановления следственного судьи был произведен санкционированный обыск, где на момент осмотра были обнаружены функционирующие майнинг-системы, которые были подключены к сетям электрической энергии и интернет. В ходе досудебного производства устанавливается круг причастных из числа руководящих лиц СЭС Бишкек, а также уполномоченных госорганов, оказывающих покровительство установленной майнинг-ферме. Устанавливается, каким способом было завезено оборудование и на каких основаниях осуществлялось энергоснабжение указанной майнинг-фермы.